Всем привет! С вами канал Артмания и Димочка. У нас беспорядок. Не обращайте внимания. Короче, мы сейчас... Я рассказывала в прошлом влоге, наверное. Не помню. Мне приехал новый компьютер. Мой сломался. И брат мне привез другой компьютер свой. Он игровой, все в порядке. Но оказался с проблемами. Да. Проблемами оказался. Пропал жесткий диск D. C на месте, а D пропал. Вот, мне сказали, что можно... Так, надо фонарик какой-нибудь. Что можно там просто какой-то провод. А, ну вот они, в принципе, да, видны. Так, вот. Вот этот вот провод можно просто поменять местами, и якобы он появится. Я поменяла, ничего не появилось, короче. Диск D как пропал, так пропал. Сейчас мы будем дальше что-то думать. Да, надо думать. Вот мы его запустили. Он запускается. Сейчас я переместила. Где этот провод? Господи. Короче, туда. Куда-то. Так работает жесткий диск со звуками. Видимо, сейчас современный так работает. Здесь вот он думает. Вот он у нас запустился. Запустился. Мы открываем папку. Нет, появился. Смотрите-ка. Появился диск D. Оказывается, наверное, просто отошел провод, действительно, от чего-то там. Ну да, там было так отходил. Мне посоветовали провод этот немножечко. Ну попробуем, проверим потом еще. Еще раз потом проверим. Потому что до этого он у меня пропадал. Вот он диск D. И вот они мои папки, мой компьютер. И там в моем компьютере YouTube. Я пока то, что загрузила с внешнего жесткого диска, то, что у меня для YouTube. Подумала, сначала с него начнем, потому что мне надо ролики монтировать, там очень много надо. И уже на камере у меня уже очень-очень много всего накопилось. Пока мой компьютер там умирал, я перестала уже сбрасывать. А Дима? Что тут Дима делает? Дима компьютер ремонтирует. Дима чистит компьютер, да? Чистит. Когда у нас только вчера успел стать такой срачевник, Дим? С утра я просыпалась, было все чистенько. Позавчера я мыла полы. Все было идеально чистенько. Вчера Дима немножко, буквально часа два, наверное, у меня побегал. Рано лег спать. И мы пошли где-то часа в 4 гулять, чтобы он поспал хорошенечко. И потом я уже что-то как-то это не заметила, видимо. Уже вечером ложится спать. Я смотрю, а тут я спотыкаюсь уже. Что-то ночью шла, споткнулась. Какаешь, я знаю, да, какаешь-то. Я чувствую уже. Какай давай. А, на горшок Дима пока не ходит у нас. Еще пока высаживаю. Ну, сейчас он с утра вот пока в одежде. Сейчас он покакает, я ему одену трусики. И будем опять снова все заново высаживать. Вот. Да? Ты с этой крышкой будешь теперь мотаться. Вот, некоторые говорят то, что... Вроде мальчики попозже высаживают. Куда пошел? Что просто нужно высаживать, а потом он однажды сам сядет. Да? Да? Везде у нас что-то срач какой-то прям на фоне всего. Вот они, современные наши болтики. Кстати, очень удобные. Ну вот держаться, Диме, надо. Да, Дима! Крестовая отверточка. И просто мы будем заворачивать.